Всем привет, я Катя и дорогие мои женщины, девочки и девушки. Поздравляю вас с вашим праздником, с 8 марта. Пусть у вас все будет замечательно, всегда оставайтесь цветущими и в хорошем настроении. Это видео я снимаю специально для 8 марта. И я надеюсь, что все сложилось именно так, как я и задумала, и это видео вышло 8 марта. Поэтому всех вас с праздником. И сегодня я покажу вам свою закупку в золотом яблоке. И я бы, честно говоря, пошла бы, наверное, в золотое яблоко, но я в золотое яблоко не люблю ходить в принципе. Там всегда очень много народа. И даже несмотря на то, что я привыкла снимать ролики в магазинах, в торговых центрах, где очень много людей, все-таки в золотом яблоке толпа, которая там всегда есть, вот реально в золотом яблоке всегда толпа, и это отвлекает от каких-то мыслей, от выбора. И я реально мало есть историй, когда я находилась вот в косметическом магазине, где очень много людей, и я выбрала прям то, что мне нужно. Вот практически не было такого. Поэтому я предпочитаю шопинг онлайн. И с вами вместе распакую вот эту коробку. Смотрите, она даже в пленке, как она ко мне пришла, так и пришла. То есть я заказываю, делаю заказ онлайн на золотом яблоке и забираю из пункта выдачи Озон. Вот, собственно, и все. Приходит все вот в таких вот пакетах, в коробках. И это было так давно, что я там заказала, я даже не помню. Серьезно, я не помню, что я заказала, и даже будет для меня элемент сюрприза. А также, ребят, хочу попросить вас подписаться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, а также подписаться на мои каналы на Яндекс.Дзен и на Телеграм. Да, я Телеграм пока что не веду, но все может измениться, и просто в сложившейся ситуации я не хочу вас потерять, и не хочу, чтобы вы потеряли меня. Я действительно дорожу каждым своим подписчикам. Я благодарна каждому из вас, кто подписан на мой канал на Ютубе, и буду крайне благодарна всем, кто подпишется на меня еще и на других моих каналах. Поэтому все ссылочки оставлю в описании, в инфобоксе. Разворачивайте описание, смотрите, переходите и подписывайтесь на меня. Это очень важно в сложившейся ситуации, и я действительно хочу сохранить связь с вами. Но прежде чем мы с вами распакуем вот эту коробку, я хочу поделиться с вами прикольными вещами, которые я уже заказывала в золотом яблоке и заказывала их даже повторно. В общем, просто хочу посоветовать годные вещи из золотого яблока. Так, например, к такой вещи относится вот такая маска. Это маска от немецкого производителя. Вообще здесь написано, конечно, Джон Фреда, наверное, как так называется. Написано здесь Лондон, Париж, Нью-Йорк, но изготовлена эта маска в Германии. Маска нереально классная, если у вас сухие, пористые волосы, если у вас обесцвеченные волосы, вот эта маска просто кайф. Она невероятно выглаживает волосы просто как шелк. Даже если вы с ней не будете там 10 минут сидеть, как здесь вот по инструкции написано, типа 5-10 минут надо с ней быть, даже 3-5 минут надо быть с этой маской, а потом ее смыть. Даже если вы минуту пробыли с этой маской на волосах, волосы уже преображаются. Прям серьезно. Они у вас не путаются, они у вас послушные, они сильно так не пушатся, как пушились. Вот реально классно. И запах, знаете, такой приятный, сладенький. Ой, вообще просто не могу. Я так от этого запаха кайфую. Вот такой нежный и немножко сладкий. Очень классный запах, классная маска. Я заказала ее случайно по скидке на Новый год. Мне она безумно понравилась. Я ее использовала, эту баночку. Здесь всего-то 250 мл. И заказала повторно уже по большей цене. Она была уже по меньше скидки, я ее заказывала рублей за 600. Вот в этот раз эта баночка стоила 600 рублей. В Новый год я ее заказывала за 400 рублей. А сейчас, наверное, цены у нее еще больше поднялись. Но если вдруг вы увидите эту маску по скидке, или вдруг она сейчас на золотом яблоке по скидке, я прям реально могу ее советовать. Она идеальна. И еще я закупилась масочками. Это маски от Seven Days. Seven Days. Это, по-моему, я покупала вообще в Магнит Косметик. Ну, это просто я для информации, что я еще закупила вот совсем недавно. Вот такие маски. Они, ну, прикольные, классные. В Литуале я взяла вот такую маску с единорогом тоже. Ну, такие прям не очень отличные маски, конечно, такие они проходные более, но увлажняют неплохо, мне это нравится. И совсем недавно на золотом яблоке я заказывала еще вот такие патчи. Вот я заказывала, собственно, вот эту баночку с маской для волос, патчи, и, по-моему, еще какие-то масочки я заказывала, уж не помню какие. Это патчи от Limoni, это тканевые патчи, здесь в наборе их 30 штук. И они реально классно работают. Мне тканевые патчи даже нравятся больше, чем гидрогелевые. Уж не знаю, почему так получилось.
но мне кажется, что они реально годные, реально хорошие патчи. Я заказывала до этого патчи от Limoni с гиалуроновой кислотой, мне они, конечно, лучше понравились, в плане, что они увлажняли лучше. Эти патчи идут с муцином улитки, и... ну, они тоже, конечно, неплохие, увлажняют, но как-то не так, как гиалуроновая кислота. Ну, патчи прикольные, и я их покупала рублей за 180, наверное. И, наконец, приступаем к распаковке. Я вот реально, эта коробка у меня стояла уже неделю. И она, во-первых, ко мне очень долго шла. Я ждала ее около, наверное, полторы недели. Потом неделю она у меня стояла. И я реально уже не помню, что я там заказала. Скорее всего, я сейчас буду заходить, конечно, в свой личный кабинет на Золотом Яблоке и смотреть, что по какой цене, но это будет позже. А сейчас мы с вами просто вот распаковываем коробочку. Мне очень нравится такая вот яркая, позитивная коробка. Немножко помятая она, конечно. Надеюсь, там все цело, что внутри. Что бы там ни было, надеюсь, там все цело. Так, распаковываю. Угу. И тут, конечно, все очень хорошо запаковано. Сейчас будет очень много упаковочной бумаги. И первое, что вы видите, это лежит вот такая маска с огурцом от Холика-Холика. Насколько я помню, она была по какой-то там скидке. Так, давайте же посмотрим на сайте, сколько она вообще стоила. Так, мои покупки. Угу. Так, эта маска мне стоила 66 рублей. Да, она была по скидке. Я буду называть цены, за которые я купила товар. Ну, 66 рублей, такая обычная тканевая маска от Холика-Холика. У меня уже была какая-то маска от Холика-Холика. Они классные. Вот маски от этого бренда вообще шикарные. Это так же, как, в принципе, вся косметика. Холика-Холика вот такая фирма, насколько я помню. Так, возьмем вот этот сверток. Давайте его распакуем. Просто не знаю, что там. Я реально не помню. Правда, не помню. Поняла, что я заказала. Вспомнила, точнее. У меня вот эта маска подходит уже к концу. И поэтому я себе заказала еще несколько масок. Взяла вот такую маску от кафе Мими. Маска для волос с кератином. Я этой маской ни разу не пользовалась. Просто взяла ее, потому что стало интересно. Здесь 110 мл. И она стоила 153 рубля. Вообще прекрасно. Давайте ее хотя бы понюхаем, что там внутри, как она выглядит, вообще чем она пахнет. А, она даже запакована, смотрите, как все хорошо. Немножечко я приоткрою ее все-таки. Ой. Почему со мной вечно вот это все происходит? Пахнет она вкусно. Знаете, чем-то сладким таким пахнет. Очень-очень такой запах у нее приятный. И она продолжает в меня плеваться. Маска, она такая, знаете, по консистенции немного жидковатая. Я помню, у меня была маска от кафе Мими, которая в пакете идет желтая, восстанавливающая маска. Мне она безумно нравилась, она очень шла моим волосам. И еще я взяла от Organic Shop маска объем для волос «Горячая новость». Органический бразильский кофе и коричневая палочка, представляете? И, конечно же, начали сверлить. Я не знаю, насколько это слышно. У меня садится камера, и мне нужно закончить этот ролик, ребята. Эта маска для волос стоила 117 рублей. И, видимо, я тоже взяла ее просто так попробовать. Давайте я тоже немножко распакую, посмотрю, что это вообще за маска. Ой, она так пахнет корицей сильно. Действительно, как корица. И эта маска больше похожа на бальзам. Посмотрите на ее текстуру. Как гель, знаете, как желе какое-то. Там очень много пузырьков, видимо, воздуха очень много. По маскам для волос прошлась. Ну, две заказала. По-моему, я вспоминаю так, что, наверное, еще должна быть здесь маска для волос. Ну, посмотрим. Так, дальше я заказала Swish Image. Надеюсь, я правильно говорю. Скорее всего, неправильно. Ну, в общем, это вот такой крем. Этот бренд представлен, по-моему, эксклюзивно у нас вот в физических магазинах в магазине «Золотое яблоко», а так я даже ее вот в наличии такую баночку нигде не видела. Знаю, что на Озоне они продаются, но вот чтобы прийти куда-то в какой-то магазин и купить этот бренд, я не видела такого. Это ночной крем. Я заказала 26+, антивозрастной уход. Уже то, что как раз нужно. Написано, что сделано в Швейцарии. Слушайте, а реальный изготовитель Швейцария. У меня была такая линейка 20+, по-моему. Просто увлажнялка обычная. День и ночь у меня была программа. И это был реально такой неплохой крем. Мне прям он понравился. Ну, пахнет он так же, как и линейка, которая для более молодой кожи. У них у всех запахи такие, знаете, нейтральные, немножко какие-то свеженькие, такие все прям. Ну, неплохие запахи, они не едкие, не раздражающие. Крем очень даже хорошо впитывается, он не скатывается на коже, при этом он хорошо увлажняет кожу, но опять же, если у вас кожа нормальная,
будет вообще идеально. Если совсем сухая и шелушится, то, возможно, вам увлажнения от этого крема будет недостаточно. Для жирной кожи, я думаю, он тоже подойдет. Мне нравится, как он оформлен. Очень такая классная баночка. То есть это реально все стекло. Это очень такая качественная крышка, которая тяжелая, которая такая вот зеркальная. Извините, если я вас сейчас ослепила, прошу прощения. И он стоил 325 рублей. И тут еще один сверток. Давайте его тоже развернем. И в этом свертке вещички-то поинтереснее будут. Я взяла вот такой шампунь Батист, потому что я им реально часто пользуюсь. Ну, это комфортно, это прикольно. Иногда я даже пользуюсь, не часто, не каждый день, но иногда я реально пользуюсь такими шампунями на чистые волосы, чтобы придать им объем. Это реально классно работает. И я в этот раз заказала вот такой сухой шампунь. Впервые беру вот этот вот запах баре, как так он называется. Это, как написано на сайте, единственный из линейки запах, самый нейтральный, которые не перебивают ваши духи, какие-то там ваши спреи для тела или чем вы пользуетесь, которые прям вот абсолютно такой нейтральный аромат у него. Давайте я его просто пшикну и посмотрю, насколько он действительно нейтральный. Я его хотела заказать еще на Новый год, но его не было в наличии, его надо было очень долго ждать. Я подумала, ладно, закажу другой. Вообще, мои любимые ароматы из линейки Батист — это оригинальный запах, потому что мне нравится оригинальный шампунь Батист. И также мне очень нравится запах у линейки, ну, не у линейки, а у шампуня Батист, который называется Love is Love. Очень такой прикольный сладкий аромат, как будто конфетки. Прям очень классный запах. Так, что касаемо этого, давайте попробуем. Знаете, такой легкий, цветочный, ненавязчивый такой. Слушайте, очень-очень приятный аромат. Действительно такой легкий, свежий, прям вот весну напоминает, прям вот весной запахло. Классный аромат. Я заказала его, опять же, тоже по скидке. Я все по скидке заказывала, и такой шампунь мне достался за 357 рублей. И самое интересное для меня это вот это. Это Ладор. И что это? Это маска для сухих и поврежденных волос. Гидро Тритмент. И здесь 150 мл. Смотрите, как упаковка делает вид продукта. Кажется, здесь прям дофига продукта, 150 мл, да? Вот, например, в этой масочке у нас 110 мл, то есть практически такой же объем. И вот такая малюсенькая баночка, а тут такая прям солидная, знаете, такая упаковочка. Так, мы с вами его, наверное, не понюхаем. Развернем и понюхаем, значит. Вообще не ощущаю запаха, то ли из этого шампуня, который я только что разбрызгала от Батист. Еле-еле уловимый, такой нейтральный и очень густая маска, прям вижу по текстуре. Я эту маску тоже по скидке брала, она стоила 250 рублей. Представьте, всего 250 рублей. Ну-ка, а сейчас сколько она стоит? Так, ее, во-первых, нет в наличии, а во-вторых, на данный момент у нее цена стоит 616 рублей и нет в наличии. Я купила за 250 рублей. Ну, как бы вы понимаете, да? И цены так на все подросли. Вот этот вот крем я покупала, вам же говорила я, стоимость, да, 325 рублей сейчас. Он есть в наличии, но стоит уже 580 рублей по скидке, кстати. В общем, цены, конечно, поднялись. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Просто мне интересно, что с ценами. Вот давайте вот такой кафе Мими посмотрим, который стоил 153 рубля. Сейчас он есть в наличии, стоит 154 рубля. С кафе Мими ничего не случилось абсолютно. И давайте уж для завершение всего. Organic Kitchen тоже с вами посмотрим. Стоил он 117 рублей. И сейчас он стоит 158 рублей. Тоже есть наличие. Ну, здесь тоже такая. Есть, конечно, повышение цены, но не критичное. А, Батист. Батист забыли посмотреть. Давайте Батист тоже с вами посмотрим. 357 рублей стоил. И сейчас он есть. Он в наличии, но стоит, ребят, 665 рублей. Если так дальше пойдет, мне придется себе искать замену шампуня Батист, потому что обычно я больше чем 350 рублей не отдавала за бутылек этого шампуня. Ребята, если из вас кто-то активно пользуется сухим шампунем, я очень прошу вас поделиться названием этого шампуня, если он хороший, если он вас устраивает. Вот мне нужно что-то типа Батист, чтобы работал хорошо, но чтобы стоил подешевле, потому что, ну, за 600 рублей Батист я не собираюсь покупать, какой бы он хороший ни был. Дорогие мои зрительницы, еще раз вас поздравляю с вашим днем, с вашим праздником 8 марта. Всех люблю, до новых встреч на моем канале. Пока-пока!